have ways of blowing things up. Здарова, ребятушки, с вами Ладушки, Spirit of the North of the Fox, я думал, он сейчас проглотит. Сегодня мы играем за такого беленького лисца-песца. Новая территория нам тут открылась. У нас есть Spiritual Park, да, только надо будет подзарядиться. А, минуточку, нам вон туда, я только теперь понял цель игры. Нам по вот этому следу нужно попасть туда, к его источнику. Я думал до этого, что это просто красивые виды, а нет, это не просто красивые виды. Ну, поехали исследовать. Исследовать тут хочется, исследовать тут приятно. Ничего не скажешь. Да, есть маленькие проблемки, например, с поворотами в прыжке, и это я вам говорил уже в прошлой серии. Но они не настолько критичны, чтобы прям раздражать, поэтому пока что... Мне очень приятно тут находиться, и опять же, как кто-то вот, опять же, мне уже заметили в разговоре про эту игру, что она очень похожа на Stray, в каком-то виде, да. Конечно, она очень сильно отличается, но какой-то общий вайб вместе со Stray присутствует. Так, а сюда наверх мне никак, ничего, ни зачем. Ну, забраться я сюда могу, конечно, но... Хорошо. Тут запросто может быть заныкано что-нибудь маленькое и интересненькое. Блин. Сейчас, лично для меня сейчас проблема в том, что оно все такое зеленое, оно все такое похожее. Я смогу запросто не увидеть, если будет что-то интересное. Попробуем как-то повнимательнее это все дело. Ха. Красиво, согласен. Музыка еще такая умиротворяющая. Причем, когда... Почему-то каждый раз, когда я вспоминаю слово «умиротворяющее», знаете, исходное от умиротворения. Умер от варенья. Умиротворение. Поэтому «умиротворяющее» тоже немножечко имеет свой подтекст. Вон там выглядит как гробница, надо будет пойти глянуть. Оно вроде как все открыто, все на ладони, но заблудиться здесь очень просто, потому что из-за вот этих вот холмиков у тебя теряется ощущение того, где ты уже был, а где ты еще не был. Здрасте. Можно? У нас есть два места, где мы можем подзарядиться. Слушайте, погодите, а можно? Ну-ка. Я могу вот эти камушки рушить? Нет, не могу. Ну, в принципе, ладно. Не то, чтобы оно мне надо было, просто поэкспериментировать. А тут целых три цветка, от которых можно нагавкаться. Все, зарядились, поехали дальше. Предлагаю поехать через верх, потому что сверху нам будет виднее, где мы и что мы. К тому же, раз у нас уже пошли тут загадки и всякие места, которые нужно, в которые можно попасть неочевидными образами, неочевидными путями. Но это явно не предназначено для того, чтобы я тут был. Однако, кто меня остановит? We're gonna call Ghostbusters. Можно заглянуть еще вот сюда, погавкать. Я не знаю, зачем я это делал. Я, в принципе, заряжен уже по полной. Давайте вон туда сходим. Ну-ка, а тут? Ладно. У нас, я даже не знаю, как это назвать. Долина, не долина. Наверное, да, как долина. И она, на первый взгляд, казалась гораздо меньше, чем она есть на самом деле. Потому что я тут бегаю, я лапу уже по локоть буквально стесал, и... Ага, дух мне прям говорит туда. Дружище, туда.
А что тут? Может, поверху как-то? Ну-ка. Да, проблема с поворотом прыжка. А, нам даже так запрыгивать не надо, мы можем сюда и так добраться. А зачем? Я рассчитывал тут найти труп. Как бы это плохо не звучало. Еще, наверное, пожалуй, следует перестать бегать с шифтом. Вот, кстати, и посох. Здравствуйте. Я на секунду подумал, что я здесь уже останусь. Давайте тогда подойдем. Зарядимся еще разочек. Просто хотел надурить систему, зайти внутрь, а потом такой, а вдруг оно открывается только снаружи? Так, посох, посох, подскажи мне, куда тебя тащить, дружище? Что тут такого? Что тут? Я не вижу ничего такого. Как дурная собачка, я мог бы не выйти сейчас с этой палкой, но это уже другое дело. Будем ждать, пока посох загорится, чтобы он мне подсказал немножечко, куда его надо. Может, он туда как-то наверх? Нет! Меня оттуда просто выкидывает. Погоди, а я же не зарядился. А кого фига? Я что, слишком быстро убежал? Угу. Бегать незаряженным не фаново, потому что вдруг понадобится что-то открыть, а вдруг понадобится что-то сделать. Посох, посох, где мне твоего хозяина-то искать? Таема-то канава. О. Там случайно? Ну-ка. Плато. Я тут все бегаю. Мне же вообще не проблема. Проблема даже в другом, так скажем. Потому что я без понятия. У меня нет ни малейшего намека, куда мне бы нужно было бы с ним бежать. А это печально, потому что хотелось бы иметь хотя бы какое-то представление, а не просто слоняться по углам. Ну давайте я сюда подойду еще. Да, видимо. Да, хорошо. Мне этот проходик просто показался логичным. Я такой, ну давай сюда сходим. Ну и опять же, допустить, что на такой огромной территории у нас не будет посоха с трупом, тоже было бы глупо, потому что ну, как так-то? Черт! Они... мы где-то одного пропустили, прикиньте. А где я? Они идут по порядку. И до этого мы всех по порядку собирали, а где-то мы одного, значит, упустили. Причем вот совсем недавно, потому что... погодите, когда мы собирали чувака? Мы собирали его в открывшейся скале в прошлой серии. Вот между этим моментом и сейчас... Что ты хочешь? Мы его помянули. Где-то между этими моментами мы пропустили человека и посох. Сейчас, ребят, давайте я тогда на паузе немножечко назад сбегаю, чтобы слишком много времени это не занимало, а потом вернемся. Проблема в том, что вернуться прям туда-туда мы уже не можем. Да, вон... Через текстурку показывает. Вот место, с которого мы начали главу. То есть получается, если он где-то здесь, то я сейчас еще и побегаю, поищу. Но возможно, я мог его упустить где-то в той пещере, которую мы расколдовывали или что-то такое. То есть на самом деле было бы обидно. Так, окей, я нашел человека. Он здесь, он просто здесь лежит. Это чертовски настораживает. Хорошо, а где я тогда для тебя посох-то найду? Я на самом деле не нашел бы, знаете, короче, что случилось? Я бегу с вот этой вот стороны, вот тут его вообще не видно.
Я бегу вот так. И вдруг мой дух начинает беситься. Уип, уип. Видите, вот так вот. О, офигеть, как. То есть посох, скорее всего, был для него. Тогда посох для второго. Ладно, давайте искать. Но это на самом деле прям. А, место вообще непримечательное. То есть, серьезно, разработчики такие говорят, иди обнюхай каждый камушек, и тогда, возможно, что-то найдешь. То есть, смотрите, вон та башня, она примечательная. Понятно, что в ней что-то будет. Вот этот вот проход вон туда наверх, он тоже примечательный. И игроки такая говорит, вон, сходи туда, там что-то будет. Но вот так вот, это прям подло, извините. И знаете, в чем прикол? Спасибо хотя бы игре, которая мне подсказала, что... Смотри, ты пропустил одного, иначе бы я даже не заподозрил бы. И просто пошел бы дальше. Выходить с территории, наверное, не следует. Может сработать или заставка, или еще что-то. Мне бы найти этот посох, и было бы вообще идеально. Давайте тогда сходим туда, где мы похоронили того чувака. Может, тут что-то найдется. Этот уже наелся и спит, да. Где на этой территории найти еще один посох? Ладно, давай. А! Он просто здесь лежит. То есть, да, посох из башни был для того перца, а вот этот посох был для этого. Но он просто лежит. Офигеть. Второй раз я просто случайно натыкаюсь на что-то. Уже в тот момент я думал, что сейчас остановлю запись. Пойду просто обшаривать все по сантиметрику, но нет, получилось все в онлайне. Хорошо. Держи. Радуйся. Фу, блин. Спасатели бегут на помощь. Иди с миром. Супер. Все, да. Закрыли. Получается, следующий... Ну, пойдем, да. Пойдем уже тогда в следующую локацию. Тут была большая локация. Вот что меня еще насторожило, что тут может быть не один, а два. И да, так оно и получилось. Лисец. Полнейший лисец. Не надо, это может стать названием серии. Ну что ж, поехали. Держим глаза открытыми. По возможности. По крайней мере, мы выяснили одну очень важную вещь. Игра нам подсказывает, если мы кого-то пропустили. Смотрите, тут камушки этими выложены прям. Куда нам идти? Вот эти вот полудуги, видите, из камней. Как будто, вот она тоже, она разрушена, но как будто тут были, знаете, такие сферические ворота. Ну, сфера это же шар, а ворота типа круглые. Вряд ли они тогда сферические. Круглые. Ну, вы видите по форме камней. Let less conversation, little more action. Так, надо бы все равно смотреть по сторонам, потому что, помните, как в первой, по-моему, в первой или когда серии, когда я просто вплотную не видел поворот, который... Не тормози, пожалуйста. Вот, видите? Видите? Офигеть. Ну и что я нашел? Только не говорите, что мне сюда надо.
Да в смысле... Я обошел скрипт. То есть скрипт сработал только тогда, когда я прошел через основную часть, а не в обход. Красный глаз урона. Ну, я не знаю, вроде там ничего не было. Вот это выглядит трындец как подозрительно. Возможно, это было сделано, что, типа, если ты не зарядился, иди поищи зарядочку, потому что тут нигде нет, иди подумай. Но я на самом деле надеялся, что там будет скелет или что-то такое. Давайте мы говканем на эту штуку. Не? Погоди, я тогда схожу, заряжусь. Это причем классное место для скелета. Жаль, что его тут нет. Мне туда можно? Мне туда нужно? Что это? А, это портал. Ну просто что-то красное, что-то плохое. Ага, вот как это работало. Сейчас я пойду еще раз заряжусь. То есть этот портал все-таки был связан с чем-то плохим. Батарейка. Благодарю. Теперь этот портал, скорее всего, да, он закрылся, и у нас есть проход. У нас только красная травка осталась, напоминание того, что тут было что-то плохое. Сейв. Супер. Но это не новая глава. Ёлки-палки. Красная девица. Сейф это, конечно, классно, но... Ладно, в принципе, у нас по времени нормально пока что. Ага. Ага. Но, опять же, глядя по тому количеству людей, которых мы нашли, мы еще даже не на половине игры. Что, в общем-то... воодушевляет. Я не знаю, какой она должна быть длины, потому что, я же говорю, это инди-проект, и тут нельзя ожидать чего-то логичного или нелогичного. Туда нам нельзя, тут невидимая стенка. Хорошо, жаль. Я думал, там может быть что-то интересное. Пойдем все в эту сторону сходим. То есть она вполне может быть там и двух- и трехчасовой. Ну, с другой стороны, мы не очень неспешно проходим, все исследуем, хочется на все посмотреть. Тут просто приятно находиться. Ха. Жалко, я в эту нишу не могу зайти. Она очень гостеприимно выглядит. Я бы тут жил. Так. Предлагают мне цветочки раз, цветочки два. Зарядиться, чтобы жахнуть. Жахнуть мы, конечно, жахнем. Но я бы сначала тут все... Вон тоже цветочки. Я бы тут сначала все исследовал. Хотя с вот этой, с вот этим вот красным фильтром, ну, не очень приятно для глаз что-то пытаться делать. Хотя нет, видите, нам предлагают туда еще дальше идти, поэтому давайте сначала откроем эту фигнюшку. Возможно, тут что-то, что нам нужно. К тому же тут стоят охранники. А, не откроем. Отлично. А, супер перспектива. Вообще, я уже когда собирался гавкать, я подумал, что можем и не открыть. Угу, заряда хватило. Потому что там не было какой-то красной сердцевинки, там были просто стержни. Стержни такое. Так. Ну, дух мне показывает, что сюда. Это я понимаю. Блин! Оно меня тут заперло.
Мне предлагают добраться до источника всех неприятностей. Можно туда, можно сюда. А, я здесь. Хотя стой, плыви. Выйти я тут не могу, да? Да. Да, я там не стою, так скажем. Стоять я могу только здесь, то есть перепрыгнуть могу только сюда. Обидно, ладно. О, у нас тут новая способность будет, получается. Раз, два. Я тебя понял. А, этого хватило. Мне нужно просто принести близко, и тогда оно... Ага, зарядились. Поехали вторую тогда активируем. По воде быстро передвигаться не получается, исключительно плавочечком. Итак, следующая обилка. У нас будет вот это и еще одна, как я понимаю, судя по пиктограмме. В прошлой серии мы получили одну обилку, в этой серии мы получаем одну обилку. Давайте посмотрим, что же это будет. Опа! Спиритическая форма. Ачивка получена. А буквочкой R, да? И для чего мне это? Окей. А! Выплыви. Вот для чего мне это. А, серьезно, это меня не перемещает. Это меня не перемещает. Я остаюсь на том же месте. А он засыпает просто. Слушайте, это было как... Нет, похоже. А, она еще и на время. А вот это жестенько, кстати. Но у меня в спиритичной форме постоянно... Ладно, сейчас посмотрим. Как я подогадался, что мне нужно было на этой штуке уснуть? Я еще только подумал, ну похоже. Останусь-ка я здесь. А прикиньте, если бы я не остался... О, мне пришлось бы дважды. Лучше заряжусь. Сад света. Сад света. Ачивка получена. И что? Нет, погоди. Понял. Вот сюда мне надо. Дверь откроется. Ладно, таким образом я могу проходить в те места, куда я не мог раньше проходить. Теперь имеет смысл вернуться вон туда. Красный фильтр, кстати, пропал. Прикольно. Нужно бы подзарядиться. А, вернулся красный фильтр. То есть тут он все-таки есть. Там он исчезает, тут он все-таки есть. А что у нас тут тогда? Корни уберут? Да, корни уберут. Теперь я могу пройти. Окей, давай еще раз зарядимся. Мне вообще не жалко заряжаться, потому что, ну, это как основная движущая сила, идти без заряда дальше я смысла не особо вижу. Поехали, теперь мы можем пройти сюда.
Для того, чтобы что? Трупа тут нет. Я, по крайней мере, не вижу. А там дальше тогда что? Я просто не понимаю, куда мне дальше. Если вот это мое дальше, то я бы сходил туда еще. Что за Dragon Ball? Два лиса нарисованы. Кельи какие-то. Фига себе, фиг поймешь, что тут творится. А, кстати, знаете, на что эта игрушка похожа еще? Вот сейчас, вот в этой вот атмосфере, в том, как все происходит. А как она называлась? The Guardian, по-моему, она называлась. Или что-то такое про такую огромную химеру, такую птицу-звереподобную и мальчика, который с ней ходил. Так, ну мне надо открыть ту печать. Я пока не вижу, как это сделать. А, давайте тогда вернемся и пройдем вниз дальше по долине. Я не знаю, насколько это целесообразно, но опять же, мне кажется, это было бы правильным. Насчет этой печати я пока что не вижу способов ее открыть. Возможно, нам еще нужно там что-то дальше сделать. И тогда эта проблема как-то решится. Так. Тут у нас еще цветочки. Ну и опять же, в этой зоне мы еще не нашли ни посохов, ни трупов, что начинает напрягать, потому что они точно есть. Но если мы их не нашли, то где они так? Ёлки-палки. А это случайно не... Нет, это вот это место, я понял. Может тебя зажечь? Да! И что нам это дает? Так, поехали, еще раз зарядимся. Такие штуки зажигаются, хотя кнопки зажжения не было, я просто тыкнул по инерции, и оно сработало. Поехали тогда дальше. Слушайте, а может тогда имеет смысл там наверху тоже тыкнуть? Ладно, сейчас посмотрим. Эта пентаграмма зажглась. Давайте пробежимся тут уже до конца, по крайней мере, просто посмотрим, что здесь. Такие местечки, они на самом деле очень подозрительные. В общем, мы приближаемся к источнику красноты, и все становится краснее и краснее. Окей, с этим я согласен. Хотя, если вот, такой цветовой фильтр останется до конца, было бы неприятно. Ну, чисто вот этот вот красный, он очень сильно напрягает глаза. При том, что играет расслабляющая музыка, при том, что вся остальная атмосфера очень легкая, такая приятная. Но краснота не доставляет. Ага. Он открылся. Случайно вообще посох. Случайно вообще посох. Серьезно, уже второй посох за эту серию, который я нашел абсолютнейше случайно. Твой трупчик не тут? Вот он.
Держи, дружище. Ну, теперь я, по крайней мере, понимаю. Я же, главное, в виде духа, я по нему прошел, я его даже не увидел. Офигенно. Так, сейчас мы посмотрим, пропустили или нет. Нет, это следующее, отлично. Меня это вполне устраивает. А вроде как, кстати, было написано сохранение. Так. Это у нас была, получается, секретная пещерка чисто для посоха и хозяина. Все, отсюда можно выходить. Но сюда можно было попасть только через духа. Отлично. Значит. А значит ли это? Возможно, и значит. Возможно, значит, что мы сейчас можем прийти наверх и попробовать нижнюю часть пиктограммы запитать синим, раз верхняя горит красным. Но что тогда значит то, что мы вон там, вон тот кругляшок подожгли? Это так, тоже вопрос такой. Ну, понимаете, игра не разговаривает с нами, игра дает знаки. И зачастую эти знаки, они, да, понятные, но вот в данный момент приходится немножечко поломать голову, что да как-то почему. Вот, некоторые вещи тут, ну, вполне понятно, тебе показывают, что-то говорят вот здесь, оно здесь для этого. А некоторые вещи, они просто находятся, и ты начинаешь ломать голову. А зачем оно здесь? Ну, как-то вот так вот. Давайте попробуем подойти, запитать эту штуку. Если получится. Ага. Видите, я подхожу, и оно типа красное, типа... М-м. Нужно что-то где-то выключить. Я пока не особо вижу, что и где. Вот в чем проблема. И я больше таких... Погодите, а может быть мне... Логично, кстати, было бы вон туда наверх, вам не кажется? Нет, да. А, вот это перепрыгнуть? Ну-ка. Да, пожалуйста, что ты запрыгнешь ты. Я туда допрыг... Да, я туда... А, все, теперь понятно. Я просто думал, что я туда не допрыгну. Ага. И что? Я это активировал, но при этом... Это что-то где-то делает. Ну-ка, оно зажигает. Ну-ка, подожди. Вот оно открылось. А, я понял, что мне надо сделать. Я не могу получить спирит-форму без цветочков, цветочки сюда. Я хотел сказать, типа, чем мне его прижать, и моментально же я понял, чем мне его прижать, собой. Потому что мы ничего другого пока что таскать не можем. Это обычная нажимная пластина.
Потому оно не требует никакой магии, оно просто требует наличия меня здесь. Чтобы я мог вот так вот пробежать. Я понял. Я слишком долго ждал, пока она это... Вот, теперь оно выключит вот эту штуку, которую я смогу запитать. Окей. Мне на самом деле любопытно, что там еще есть. Я бы зашел, глянул. Раз мы уже здесь, ну смотрите, обидно было бы. Фишка в том, что пока я не заряжен, я не могу вызывать свою духовную форму. Ну, в принципе, да, это логично. Нет, здесь больше ничего нету. Возвращаемся. Тогда мы можем подойти сюда и открыть вот эту штуку. Она запитает нам нижнюю половину. Сейчас я пойду заряжусь. Это у нас будет как раз, получается, конец главы. Я думаю, что это не просто сохранение, а конец главы. Но сейчас посмотрим. Это, кстати, интересно. Это, кстати, интересно. Мне понравились такие загадки. Нет, просто сохранение. Ну ладно, я тогда не вижу начала главы, но это не страшно. Мы тогда с этой точки просто начнем в следующий раз. Пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем оладушек. Всем покеда.